помню 2001 год, Лига чемпионов, матч с Андерлехтом, когда выиграли 5-1. Я был совсем ребенком, и я бегал к маме после каждого гола. Они забивают один, второй, третий, четвертый, пятый. И я понял, что все. Это то, за что я хочу болеть, это то, ради чего я хочу ходить на стадион. Потом 2002 год, я уже стал ходить, но меня не пустили на золотой матч. Так я пропустил свое первое чемпионство. Я был так обижен на родителей. Я думаю, мой ребенок точно не пропустит золотой матч. Я сделаю все, но он увидит это своими глазами. Он будет на этом матче вместе со мной рядом. Для меня этот матч был крайне важен. Чтобы мой сын увидел первую победу вместе со мной. Чтобы мы вместе разделили эти чувства. Вдруг этот пас разрезающий Шнайдера, бах, он как попал. Когда он забил, это были такие эмоции. Я не знаю, я приехал домой, меня колотило. Как раз награждение, нас показывают с плакатами. И он говорит, да-да, вот все они ждали 14 лет. Знаете, мы можем набирать. Это наша точка соприкосновения, где мы находим друг друга. Давай, это наш мир, маленький тот мир, где мы с ним находимся вместе. И мы там как единое целое. Когда мы путешествуем, да, в другие города ездим. Это целое мероприятие, причем это мероприятие для всей семьи. Это, возможно, где-то накладно, но оно полностью оправдывает себя отпуск плюс возможность вместе с командой разделить эти минуты. В душе детский восторг, трепет от того, что у меня такой возможности не было, а у моего сына есть. Семейные люди, они живут ради своих детей, ради своей семьи. И, конечно, все чувства пропускаются глубже, когда ты видишь, как твой ребенок проявляет интерес к футболу, к команде, это очень воодушевляет. Объединяет нас с тобой Локомотив, как ты думаешь? Ну да. Я думаю, что да. Может быть, он еще просто в силу своего возраста не до конца это понимает, но когда он вырастет, он это оценит. Так же, как мы, когда вырастаем, можем оценить то, что делали для нас родители. Удачи вам. Сегодня мы в Мадриде. Очень интересный матч, несмотря на то, что турнирной мотивации он, может быть, не несет, но я уверен, что ребята будут биться. Упустить возможность посетить такой матч, но мы просто не могли. Ребята не обременены каким-то грузом ответственности. Я надеюсь, что они расслабятся и покажут свой лучший футбол. Очень хочется, чтобы получилось. Атлетика мотивирован. Вот. А наши ребята пусть соберутся, покажут, что они умеют. Я надеюсь, добьются положительного результата, поэтому мы будем ждать и верить. Братан, какая за воротами команда не проигрывает? Меня не пускают сюда, понимаешь? Эта Лига чемпионов подарила нам, ну, незабываемые эмоции. Начиная от победы в Леверкузене, драматичнейшие матчи в Турине. Команда играла очень здорово, все силы отдала, чуть-чуть не хватило в концовке, но мы уходили со стадиона с высоко поднятой головой. Может быть, состав действительно или сил на концовку сезона не хватило, но упрекнуть в чем-то рука не поднимается. Мы получили прекрасный матч, интригу, голы красивые, поэтому только могу сказать спасибо команде.
Мы объективно на своем месте, турнирная таблица, свое место она определила справедливо. Наш внутренний резерв, который есть, мы его весь использовали. Мечта, когда ты ребенком смотришь футбол, смотришь такие матчи, а сейчас тебе выпадает возможность играть на таком стадионе против таких мастеров. Это великолепная возможность, она может быть один раз в жизни, и нужно использовать ее на все 100%. Не было времени волноваться, это была экстренная замена. Нужно было выйти, помочь, знаю, чем смогу, но... К сожалению, мы не смогли переломить ход матча. Локомотив! Локомотив! Я думаю, с одной стороны, мы получили колоссальный опыт против великолепных команд, одних из сильнейших в Европе. Мы великолепно смотрели, что с Ювентусом, что с Атлетико. Думаю, это нам поможет в будущем. Надеемся, Локомотив будет каждый сезон играть в Лиге чемпионов. И постараемся выйти и пройти как можно дальше в турнире. Мы прекрасно понимаем, что у нас был не очень удачный период, и отпуск пойдет всем нам на пользу. Мы должны хорошо отдохнуть и на сборах провести хорошую работу, чтобы вернуться весной сильнее и бороться за самые высокие места. Конечно же, очень хотелось и весной куда-то выбраться, но значит, чуть-чуть придется подождать до следующей осени. Я надеюсь, что мы выйдем с первого места. Если нет, то со второго и обязательно отправимся в новые путешествия за новыми победами.